Это «Камчатка» с Александром Петровым. Сегодня 19-й день моего участия в марафоне камчатских блогеров, суть которого – 3 недели подряд ежедневно выкладывать на YouTube ролики о своей жизни. И сегодня же – так называемый Международный женский день. В Петропавловске торгуют цветами. Я тоже поехал из своей деревни в город для того, чтобы купить своим девушкам мимозу. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вы, конечно, не либерал и не гузносластец, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.